Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам геймплей игры Smite. Мне про нее рассказал. Прости меня, я забыл твой ник в скайпе. В общем, будем его называть «Один хороший человек». Рассказал мне о ней. Я ее когда-то давным-давно видел, в начале года, по-моему. Кто-то там играл. И вот сегодня решил попробовать. Насмотрелся всяких видео на YouTube. И моя... Это третья игра за Посейдона. Первую я сыграл за Ра, вторую за Посейдона. Сейчас вот третья опять за него, потому что мне понравился. А в прошлой игре получилось так, что трое из наших в итоге вылетело. И мы вдвоем против пятерых сражались. Человек с ником GetHip. Вот он опять здесь же оказался. Он играет за Тора. Там он играл за Лучку, я не помню. Как она в виде бога... А, Артемис, по-моему, да, точно. Бог Артемис. Вот. И что из себя представляет игра? Вот это один из режимов данной игры. Когда есть три лайна. Так же, как и в Прайме. В Доте и в любой подобной ей же игре. Есть башни и, соответственно, 5 на 5 союзники и противники. И вот я встал на мидлайн. Да, можно выбирать, собственно, из богов. Но, по-моему, вот у меня какой второй или третий уровень персонажа. Не персонажа, а аккаунта. И доступно определенное количество богов. Чем выше уровень, я понимаю, что тем больше богов становится доступно. Ну вот, Посейдон мне в принципе понравился. Выучил обилку первую. Пускает такую волну. Есть же магазин, в котором можно покупать кучу всего. Я пока мало с чем разобрался, но понял, что ему категорически не хватает маны. Против меня стоит хрен знает кто. Я их пока не запоминаю по богам. Ну так, что-то он дерзит. Вот левелап. И как вы видите, на нижней панели замигали кнопочки F2 и F3. Это по умолчанию забинденные клавиши. Так как игра под Windows, к сожалению, я на MacBook все-таки играю. Поэтому у меня F1, F2, F3 не настроены так, как надо. Хотя надо, наверное, перенастроить это дело. Поэтому мне приходится нажимать клавишу K, после чего мышкой выбирать уже нужную обилку. Да, надо будет перебиндить эти кнопочки. Вот на меня тут выскочила. Кто это такая вот с щитом и копьем? Не знаю, в общем. Попытка ганга была. Но не доделали они свое дело. Я продолжаю пушить лайн. Не могу пока отвлечься на изучение новых скиллов. Да, вторая обилочка позволяла, вот я выучил наконец-то. Вторая обилочка усиливает и ускоряет, по-моему. Вот я ее выучил, да, у меня сразу три волны пускаются. И скорость моя увеличивается на 15%. По-моему, да. Я качаю то и то, вот мана кончается очень быстро. Загнал я врага под башню. Тоже из башни, зато из башни показывает, кого она бьет. Вот она лучом там сигналит, сразу видно. И вот, собственно, убивает врагов там. И наших убивают. Я купил себе ботинок. Справа внизу вы видите 6 клеточек, в которые можно, собственно, добавлять различные вещи. Да, вот я
Что я сейчас буду покупать? Я что-то... А, на ХП и ману ауру. Я так это по наитию покупаю на самом деле. Наручники. Вот, и... Ну, все как обычно. Убиваем грипов, получаем голду. Убиваем героев, получаем еще больше голды. Качаемся. Максимальный уровень здесь 20-й. Очень быстро он набирается на самом деле. А вот в прошлый год мы играли... Сколько там? Почти 50 минут мы, по-моему, играли. И проиграли лишь из-за того, что... просто крипы убили Минотавра. Да. Самое интересное, то есть здесь... убиваются две башни противника на каждом уровне, на каждой линии. И дальше Феникс. Птица Феникс, как вы знаете. Нужно убить Феникса, после чего пройти главное здание и там драться с Минотавром. После чего засчитывается победа. Также есть лес с крипами. И... аналог Рошана и дракона. Вот что-то я не понял. Вот здесь появился этот противник. Что он здесь сделал? Не знаю. Умер, в общем. Да, на чем я остановился? А, здесь есть лес и подобие дракона, Рошана. Тоже есть какой-то, по-моему, огненный гигант называется. Также есть крипы, которых надо убить, и тогда можно взять ауру с маной, например. Будет тикать мана, там 6 маны в секунду, по-моему, будет регениться, вокруг вот будет такая аура небольшая. А, и это синим он отмечено, такие бутылочки внизу, справа на карте, видите. А, и еще, по-моему, то ли силу он увеличивает, то ли еще что. Не знаю, я... Ну, говорю, третий бой, поэтому особо не могу ничего утверждать. Пушу башню. Наши тоже там все ломают. У меня опять подходит к концу моя мана. Все-таки очень манозависимый персонаж, хотя они все манозависимые на самом деле. Поэтому с самого начала я купил бутылочку на ман. Надо было две сразу покупать, а на хп не надо. Вот уже почти разломал башню. Но решаю отойти, потому что крипы все померли. Все, кончилась у меня мана. А вот это прибегает Ра. И вот этого я точно запомню, потому что вот эти умения, что он у меня пустил, сначала волну, потом вот этот круг отхила для врагов там нифига не отхил. Вот он что-то наступает. Он, по-моему, еще хуже меня играет. Какой-то слишком самоуверенный. Давит, к сожалению, без маны я мало чего могу делать. И я вижу торта. Притаился. И он хорошенько ему накидывает. Я пару ударов сделал. И Тор его добил. Я получил ассист. Вот, кстати, еще он мне сообщает, что он вернулся на линию. Надо тоже будет посмотреть, где эти кнопочки, с помощью которых можно это сообщать союзникам, вместо того, чтобы писать в чате, откликаться на это. Все, доломал я башню. Судя по иконкам, Тор опять там куда-то ворвался. Кого-то завалил. А слева же, на левом лайне, втроем там давят нашу... Кто она? Не знаю. Нашего союзника. Вот я смотрю, чтобы тут купить. Не знаю, вот взял что-то там. Магическая сила настакивается с миньонов.
Телепорт взял, ману взял. С помощью телепорта можно быстро добраться до вышки. Телепортирует только на вышку. И, кстати, из любого места, без всякого КД, можно телепортироваться на базу. Окей. Я что-то решил ворваться. Поломать башенку немножечко. Меня ослепили. Это трабл. Врывается, я не знаю, это бабище. Очень сильно я получаю, отхожу. Но, кстати, на отходе убиваю кого-то там. И вот я опять отправляюсь на отхил. Этот бой на самом деле будет очень быстрым. Ну, потому что явно наше преимущество. Мы уже вон 11, 10, 12 тур. А противники 7 и 8. Не знаю, кстати, может быть, я выложу предыдущий бой, ну, часть его, точнее, там, нарезочка. Там просто он играл за... За кого он играл? За лучку, в общем, он играл. Он был 20-й, в то время как противники были 13-й, 14-й. Вот это было забавно, как он там просто всем раздавал. Вот опять я получил ассист. Ну, в следующий раз, когда буду играть, покажу вам лес, покажу вам босса, так сказать, чтобы было немножечко понятно. Продолжаем пушить. Четвертое умение, кстати, у меня вызывает кракена. Вот я его проапдейтил. А вот, собственно, они сдались. Минотавр повержен. Они сдались, даже не дошли мы до Феникса. Вот такая быстрая победа. 10 минут заняла игра. По сравнению с предыдущими, это очень быстро. И в конце получение награды. Вот он на кракене. Оседлал его, радуется. Первая победа за день. Да, вот у меня третий уровень. В общем, такая игра. Если понравилось, лайкайте. Пишите в комментариях, если будет желание, можно будет вместе сыграть. Кстати, да. Всем спасибо за просмотр.